В лесу наступила осень. Деревья стали менять свой наряд. Подул веселый ветерок и закружил осенние листья. Пошел мелкий осенний дождь. После дождя выглянуло солнышко. И друг за другом стали появляться грибы. Однажды в лесу появилась рыжая гостья. Звали ее Осень. Она ходила по лесу и наблюдала, все ли жители леса готовы к зиме, все ли звери сделали запасы. Посмотрела, что делает еж. Тот набрал грибов и отнес к себе в дом. Заглянула к медвежонку. Он забрался в улей, набрал меда и залег в своей берлоге лакомиться медом. Енота-полоскуна осень застала за его любимым занятием – стиркой. Все заняты своими делами, но вдруг в небе над лесом раздался треск и скрип. И со страшным грохотом на лесную поляну упала летающая тарелка с маленьким человечком. Человечек сразу стал ремонтировать свой транспорт. Ему на помощь прибежал енот-полоскун, который быстро принялся за свое привычное дело. На необычного гостя пришли посмотреть все лесные жители. Человечку так понравилась дружная компания, что он решил остаться жить в осеннем лесу.